Россия — это и есть Европа. Вот именно. А не Азия. Просто человек с ленточкой. Здесь не нужно. Я могу ответить. У меня отец тоже ленточками обвесился. Он насмотрелся телевизора и кричит: ну, да. Бандеры фашистов, да, надо убивать. Да. Вот вы не жили под фашистами. А вы жили там, блин, в Крыму. Вы ничего не вот помните. Вы человек, помните. Такого, помню. А при чем тут фашисты? И что вы хотите сказать? Вот подходили, говорили. А я не понимаю, люди с чем вообще вышли? Нет, они пошли почти человека или просто я не боюсь быть. Это бандерцы кричат, как лядки лозунги. Зачем? Они кричат, а зачем они кричат? Я лично вышел и почти в памяти просто.